Каждый геймер знает, что такое рутина. Сначала рашишь через данж, забитый зомбями, потом на базе отбиваешься от бесконечных волн тупых мобов, в финале выбиваешь из босса сначала дерьмо, а после вожделенный лут, и, наконец, приходишь домой, чтобы погонять в любимую игру, а там все то же самое. FunPay поможет обменять твои кровные на нужный предмет или услугу, чтобы ты мог позабыть про унылую рутину и насладиться игрой. FunPay. Никакой рутины, только фан. Слушайте, пацантра, видимо, без Бровил Старса. А как мне подсоединить Бровил Старс-то, сука? Ну, я, конечно, могу тебя научить. Научи. Купить айфон, по-твоему? Не. Ну, кстати, ну, можно и так вообще, так легче реально, но... А я, кстати, не знаю, у вас не в айфонах работает Lonely Screen? Я не знаю, что это. Передача экрана не через провод ебаный. В первый раз слышу, если честно. Не, вообще работает, но там через Wi-Fi и лаги. О боже, лаги. Блин. Да. Еще один повод купить айфон? Нет, мне с моего правила очень удобно играть, потому что у меня огромный экран, раскладывающийся телефон. Ну, ты такое в айфонах увидишь, наверное, лет через 20, когда они спиздят это у Самсунга. Сюда, да. Сюда! Я сделал! Я гений! Я умный! Ебой! Сюда нахуй! Блять, я сделал! Все! Все, подписчики! Сюда! Bros Church! Bros Church! Bros Church на ваших экранах. Значит, я открыл себе вот эту вот персуху. Смотрите, вот такую девочку. Ну, чисто такую, да? Такую. Мне она, ну, понравилась, но оказалось сложно за нее играть. Следующая, на кого я коплю, это Мэг. Мэг, да. Вот, и вот, собственно, вот так. Потом я вам сейчас скажу, кого я буду открывать. Наверное, Спайка. А теперь я вам хочу продемонстрировать. Я открыл вот эту вот персуху. Вот она, Мэнди, да, Мэнди. Вот, и нормально. И мне тут, ну, дохуя всего открыть, но я думаю, может быть, только до гемов прокачаться. Вот, теперь по заданиям. 14 часов осталось. Во-первых, на Эмбер еще одну победу. И я вам сейчас покажу. Вот, смотрите, ёбаный режим нокаут, я его ненавижу. Можно, пожалуйста, ко мне в мою топовую тиму присоединяться какие-нибудь люди, которые мне помогут затащить. Потом еще футбольчик. Мальчики по... Не, ну ладно. Ну а остальное это вот кто код команды ведет первый, тот и будет красавчиком. Так, все, тогда идем в нокаут обоссанный, который я ненавижу, да? Нихуя! Саска, давай будь этим создателем команды. А можно я буду просто прятаться где-то сзади, Саска, а ты затащишь? Блять! Соси! Блять, я умираю, Саска! Блять, куда ты прячешься? Иди убивай, нахуй! Ладно, ладно, сейчас. Смотрите, у меня есть этот способность. Я вот так вот разливаю. Не, нормально, я просто этот. А я не могу звук нормальный, залагивает звук. Вообще, Павел Шампанов вообще без звука играет и этот включает музыку на задний план на стрим чисто. Сука, как больно, блять. Ладно, мне надо чуть-чуть поближе подойти. Нормально. Сосать! Блять, как же больно. Подожди, а ну-ка. Смотрите. Разлил жижку и... Ладно. Но в принципе нормально. Блять, тяжело. Но самое главное, что мы не сливаемся еще пока. Давай! Хорош! Саска, блять! Саска, сука! Блять, я один на один остался с челом. Сука. Блять! Не, ну я все равно как мастер затащил, типа я профессионал. Нормально? Все, Саска, давай. Только нормально. Хорош! Еще год быстро проходит.
выходит с 13 зрителей. Отстань, я занят, не донать, не донать, отстань, я занят. Не донать, не донать, не донать, не донать, тихо. А, блядь. А, ладно, спасибо за 200. Дайте я его добью. Можете мне его оставить, чтобы мне еще дали за урон? Сосать! Это я... А, бля, это соска. Нормально, нормально. В смысле я позор года? Я мастер Бравл Старса, я профессионал. Просто против нас попались эти киберспортсмены. Вы видите, они из Нави там или... Ой, Видали, видали? Поджог лоха, блядь! Это я специально умер, чтобы попить водички. Я мастер. Я просто не люблю режим нокаут, но... В смысле, я позор, я, блядь, бог. Как они выиграли, блядь, Саски? Саски, как они выиграли? Ты чё, блядь? Пиздец. Саски, блядь. Блять, подожди, у них у всех одинаковые ники. Качаю клан, блять. Вы видели? А, так у нас за билетики, потому что клановые битвы. Я понял, я не тупой. Все, я просек. Так, видали? Нормально, нормально. Хорош. Хорош, блять! Ей чуть-чуть осталось. Соси, соси! Блять, сюда! Какой же я охуенный! Я затащил, блять. Почему даже когда мы побеждаем, вы пишете, что я позорище, блять? Добивай, добивай лошню! Добивай лошню, блять! Добивай лошню, сука! Закинь туда что-то! Закинь, блять! Хорош! Хорош, хорош, хорош! Ебать сосать, блядь! Нормально, нормально, нормально. Нормально, нормально. Это просто один человек сразу с трех телефонов играет, вот у него поэтому и, этот, и имя одинаковое. Соси. Сейчас я ее подожгу еще ультой. А попробуй теперь, а попробуй выйти, блядь. Я специально, чтобы Суджик затащил в соло. Давай, Суджи. Хорош, Суджи. Давай, давай, Суджи, Суджи, давай. Она подходит, Суджи, она подходит. Суджи, она подходит, блядь! Суджи, блядь! Ты кикнут из клана, нахуй. Так, смотрите. Разливаю сразу жишку сюда. Хорош, поджог, поджог блядоту, поджог блядоту! Жми ее нахуй! Суджик, но ты какой-то... Я в прямом эфире, 22 зрителя. Сюда, нахуй. Ура, блядь. Сука, отвлекся. Я просто отвлекся на 22 зрителя. Так бы я затащил бы эту катку в соляру бы, нахуй. Просто я увидел, что я в прямом эфире. Меня в Бравл Старсе видят все. Видали? Так, не, ну это, конечно, блядь. Может быть, кого-нибудь другого выберем? Других персонажей каких-нибудь? Ну, каких-то жестких там персов для нагиба. Пацаны, я вот взял Тиму, чтобы вы мне этот протащили. Спасибо, что ты пишешь, что я профи. Спасибо. Спасибо, вон там пишут, что я жесткий профессионал Бравл Старса. Респект. Спасибо, спасибо большое, зрители. Блять, охуеть! Против нас такая же блядота! А-а-а! Мортис, блядь! Мортис, охуярь! Ай, блядь! Бля, топовый контент. Бля, я...
Нет, вот тут я слился реально. Я просто забыл, что там есть. Я просто забыл, что там враги могут быть. Я моргнул из-за того, что мне было смешно, у меня глаза закрылись. Бля, конечно, Суджик, ты позор. Не, я понял сейчас. Не, вообще у меня прокачивается, конечно, я урон здесь наношу. Господа, ну, проблема явно не во мне в нашей команде. Нам надо выбрать слабое звено какое-то. Но 100% не во мне проблема. Угу. Спасибо, спасибо. Босс, ты жесткий игрок в Бравл Старс. Спасибо большое, спасибо. Как, блядь? Сука, я не знаю, мы тут против каких-то кибербомжей играем, блядь. Кибер... 100... 200 зрителей, блядь! Быстрее! Дизы! Блядь, 300 зрителей, я в прямом эфире Бравл Старса, блядь! У меня залагал Wi-Fi! Блять, я не могу просто вперед идти, она усралась, она не... Сука, 300 зрителей Wi-Fi залагал, ёбаный рот! Блять, почему, когда я не участвую в жизни команды, блять, моя команда лучше тащит? Блять, пацаны, затащите за меня там, пыж! Я не могу просто наверх идти. Блять, почему только когда у меня 300 зрителей в Brawl Stars, сука? Почему вы тащите без меня? Вы как это делаете? Разлагало. Все, смотри. Дальше, киберкотлета выходит на охоту, блядь! Хорош, давай, еби его! Еби его, доебывай! Это я убил даже, пиздец! Сука, есть шанс на победу. Хорош, блядь! Подойди туда, подойди, сука. Сейчас я его буду зажимать вот с этой стороны. О! Блять, не успел. Я хочу его выжать оттуда, выжать. Ай-яй-яй! Сука. Лечи. Лечи, блядь! Да, блядь, дай патроны, сука! Я тебя захуярю! Сосать! Блядь, какой я охуенный, вы видели, блядь? Как я затащил охуительно. Сука, мне сразу все отсосали, блядь. Боже, какой я охуенный. На ластовых патронах сюда. Так, а ну-ка, смотрите, деньги. Значок. Ну и давай теперь надо выбрать. За кого играть? За Гафса тут нормальная тема. Но своим пацанам давать усиление. Ну, наверное, давайте за Гафса. Там просто два сразу. Все, поехали. Фух, блядь, какой я бог этой игры. Я реально профессионал. Надо было Эльприму брать. Но это только в кустах по центру драться. Тут, мне кажется, дальники нужны на этой карте. Только не залагай, пожалуйста. Бля, я не очень люблю загавсы, кстати. Я только автоатакой могу стрелять. Ой. Подожди, у них два одинаковых еблана. Они нас закидывают просто кирками, ебаные майнкрафтеры, блядь. Чё за хуйня? У них два одинаковых перса, блядь. А как в клановой битве может быть два одинаковых перса? Это ж с кланами надо собираться. Так, давайте я... Суджик, я тебе вот так закину. Пиздец. У меня дальности не хватает атаки. Суджик, ну тебе их только засасывать реально сюда. Блять, я умру сейчас. Они заходят. Заходят. Пиздец. Пиздец полный, блядь! Пацаны! Ловите хуйню усиливающую, блядь! Пиздец.
Пиздец, ну они просто вдвоем... Ну посмотри. А как против двух одинаковых человек? 960 зрителей, сука, сюда, блядь. У меня столько фанатов. Это как? Я просто куда-то попадаю там? Или что это? Почему я туда попадаю вообще? Почему 900 человек смотрят на мое унижение? Ладно, на стриме, типа. Но просто Бравл Старсере. Бля, реально чувствуется быстрее. Да как вы это делаете, гандоны, блядь? Блядь, каждый раз попадают, уёба! Во, качал дуби, видно. Что ты? Блядь, начало лагать, но мне похуй! Я тащу жестко, блядь! Блядь! Да пиздец, вы видели? Не, мы все равно побеждаем. Мне кажется, если бы я не сливался, мы бы еще больше бы побеждали. Так, подождите, я пока открою вот эту хуйню, хрома хуйню, вот эту хуйню. Так. Под Дима. Давай, Димочка. Так, битва пошла, блядь! Эль Примусы дерутся! Ай, блядь! Не, ну, хули мне там. Самое главное урон наносить. А слушайте, а что у меня за способность? Что я делаю? А, по-моему, если я куда-то приземляюсь, то огонь будет или что-то вроде того. Оп. Соси. Бля, соси, пожалуйста. Сосать всем! Хелло, блядь! Они засали, это все, это тактика. Они теперь отвлечены. Хорош, ребята. Сука, ну не сейчас, пожалуйста! Не сейчас! Блядь! Давай, догоняй, блядь! Ну, сука, лагает! Блядь. Ладно, сейчас, смотри. Я сейчас просто всех сразу поджигаю. Или ближайший враг там поджигается, или все. Сука, больно. Знает, что я тут. Ой-ой-ой! Блядь! Пас! Пас! Да залагало, блядь, залагало, забивай! Да, сука! На последних двух секундах сюда, нахуй! Давай, у меня лагает, пиздец. Так, Дима, что-то тебе придется что-то делать, блядь. Хорош, давай, Димасик, Дима! Димочка! Дима, ты нахуя мячик отдал, ёбаный Димастик, блядь! Козёл ты, Дима, ёб твою мать! Пни мяч, блядь, вперед! Тихо, ждем. Ждем удачный момент. Бля, не, ладно, это было красиво. Я респектую. Так, ребята, ну вы позорища полные, хотя я с вами тут тоже выполнил. Дрейк меня вызвал один на один в Бравл Старс, но я пососу, скорее всего, но... Нормально. Я подумал, что мне это фейк, но это не фейк оказался. Блять, а я ливнул из этого позорного дискорда 89-го. Ну, привет. Ну, привет. Готов сосать, что ли, или что? Я так поглядел, ты в Brawl Stars играешь. Я, блядь, у меня вообще-то пизда. Между клан, блядь, у меня даже есть в Brawl Stars. У меня тоже есть клан. И как он у тебя называется? Сосуны? 89-й сквад, ёб. Фу, блядь. Сколько в твоем клане кубков? Я не знаю, сейчас я уточню. Об тебя, братишки, ноги вытирают, блядь, а ты вот состоишь вот в клане. Так я ему Pixel Battle забанил, в смысле. Вот и все, нахуй. Ну ты все, нахуй. Правильно, блядь. Слушай, а у меня, походу, экран все. Я не могу, блядь, теперь показывать опять. А ты сейчас... через что выводишь? А я... У меня iPhone? Режим раз... Ебать, я что, попущ, по-твоему, нахуй, или кто? Ты что, андроид ебаный вот этот? Знаешь? Пиздец, мужик, блядь. Зарабатываешь 350 миллионов на своих серверах, нахуй. И, блядь, iPhone себе позволить не может, охуеть. Нормальный телефон для людей. Для блядей. Бля, я не могу, я реально не могу, блядь.
А, я могу! Сейчас сосать будешь, блядь! Давай, чел, давай, давай, сейчас давай! Так на клыка возьмешь, блядь! Напишешь, блядь! Заходи, заходи. Ну я готов. Так, ща. Угу. Я поставлю третьего. А ты жесткий бравлер? Сколько у тебя кубков? 26 тысяч. Ебать, блядь! Просто x2 от моих! Ты чё, сука, делаешь, блядь? Сразу легендарки набрал! А что эта сигарета делает? А, я вспомнил. Глянь, козел. Ну вылези, что ты боишься-то, ебать, о. Блять. А, блять. Блять, сосать будешь, сосать будешь, сосать будешь! Нормально, я поддался. Вот этот перс, смотрите. Сейчас будет, возможно, поинтереснее. Да как ты делаешь? Убери этого персонажа! Убери его нахуй! Чё, прыгать сейчас будешь? Да. Давай, прыгай. Я понял твою стратку. Ой, блядь, что я сделал? Как ты сделал это? Сука! Так, убирай вот этого спайка. Убирай нахуй его. Так, сейчас. Блядь. Хорошо, я уберу, ладно. Так, сейчас я соберу себе Dream Team House. Где у меня там есть легендарки. Блядь. Я уберу. Давай. Мы же не на деньги играем. Не. Тогда слишком просто было бы. А, тогда на мою попку. Все нормально. Все нормально. Все, босик пошел. Куда ты подлетел-то, ебать? Смотри. Сюда, нахуй, сосать сразу будешь. Блядь. Хуя! Да как ты это сделал, блядь? Как ты это сделал, сатана, нахуй? Ну сиди. Красава обосрался просто под себя, блядь. Это тактика, это стратегия. Полетел, ебать, цари. Ну давай, я жду. Ой, нас в прямом эфире 90, 170 человек. 170, нихуя. Ай. Я не хочу, чтобы 170 человек видели, как я отсосал, да блядь. Ой. Ну тебе и хихи ха-ха, блядь. Что эта кнопка значит? Ты что, гаджета не знаешь, блядь? Нет. Я просто выбрал перса. Нет! Ладно, я промазал. Замедлись. Блядь. Сурка, ты меня позвал, чтобы меня унижать, блядь? Ты б хотя бы для контента бы хоть раз умер, сука. Ну всё, хотя ладно. Бы так! Я ставлю слабых персонажей, хорошо? Кто там у тебя? Сука, этот уёбок картонный. Это ворона взял? Ну да, попробую. Давай. Блять, гондон! Ладно. Опять прилетел, смотри на него. Ну что ты сидишь, ульту копишь? Выходи. Ага. Ага. Блять, даже не ультанул, сука. Так, ладно, смотри. Не, ну круто. Все, я центр занял, он мой. У меня лагает Wi-Fi! У меня Wi-Fi лагает! Пожалуйста, стой! Стой, блядь! Все, поехали. Так, все, я ему больше не позволю вот это. Так. Сейчас. Да сука!
Нет, ладно, это реально хороший перк для одного на одного. Ну тот, который у меня, им попадать надо. Угу. А тут откуда у тебя вот это скины? Ты донатер жесткий? Да. Куда ты дизлайк кидаешь, бля, ебать? Вот так вот. Сука, нассал здесь еще, блядь. Да съеби, не играй, блядь, больше в Brawl Stars, я тебе запрещаю. Пиздец. Да иди нахуй! Так. Значит так, блядь. Если тебе вот, дороги, вот эти наши малочисленные отношения, следующую катку ты проиграешь. Это так не работает, блядь. Понимаешь, что люди ставки ставят? А я договорился сначала со зрителями, чтобы на тебя ставили, я специально тебе сливаю. Ты думаешь, я такой лох? А, да? Да. Ну ладно, ладно. Давай тогда. Сейчас я других персонажей беру. Я тоже что-нибудь выберу сейчас поинтереснее. Да у меня Wi-Fi. Так, тоже кидающего гандапляса взял, да? Угу. Угу. Так, ну ладно. Ну тебя дальше кидает гандапляс, это плюс. Ух, нихуя прилетел. Ну вот так вот будем стоять. До последнего. У нас примерно одинаковые гандаплясы. Ай, гандон, как ты это сделал? Да, блядь! Все, ладно, смотрите. Ну ладно, тут ты меня выиграешь, по идее, 100%. Должно быть, вроде. Ты, гаджет, ты знаешь, что у тебя делает? Вот так, блядь, они... Хуяк! Хуяк! Ну на буле-то, давай. Ты меня булишь. У меня скин на була есть. Ну ты крутой. Угу. Видали, как я его наебал? Позорника. Мой матюкается, бул матюкается. Ой, бля. Ебать, 600 человек смотрят в прямом эфире, смотри. Да-да-да. Залагал, Wi-Fi залагал, у меня Wi-Fi залагал! Заебало, все, ну тебя нахуй, блядь! Еще хоть раз в жизни я свяжусь с этим 89-м, нахуй, долбоебами этими ебаными, блядь! Иди там, Pixel Battle, письки строй, блядь, нахуй, гандон! У меня залагало, сука, там Wi-Fi был, он просто, блядь, его эти, нахуй, блядь, эти, блядь, нахуй эти, блядь, из 89-го мне задодосили интернет, блядь. Так, я б затащил, очевидно, вы знаете, что я профессионал, нахуй, меня звали в Нави, блядь. Просто задодосили мне интернет, вот в ту секунду, блядь, кто-то знал, я к нему подхожу и рычаг, блядь, кто-то кинул, нахуй, дудоса. Пиздец, блядь. Пиздец, нахуй. Ни разу, блядь, мог бы поддаться хоть раз, блядь, чтоб я с ним... интересно было хотя бы играть, блядь. Ебать, интересно, нахуй, сосать, сидеть, блядь, полчаса, блядь. Смотреть, как меня унижают, нахуй. Этот попущ, сука.